Талисманом предстоящих четвертых всемирных игр кочевников признан волк. Видео с образом талисмана опубликовано на официальных страницах игр в социальных сетях. Напомним, четвертые всемирные игры кочевников пройдут с 29 сентября по 2 октября в городе Изник, Турция, с участием более 100 стран. Инициатива о проведении всемирных игр кочевников была выдвинута Кыргызстаном в феврале 2012 года. Предложение нашло широкую поддержку среди руководителей стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств, после чего в сентябре 2014 года в городе Чолпан-Ата на побережье озера Иссык-Куль состоялись первые всемирные игры кочевников. В 2016 прошли вторые, а в 2018 третьи. В 2018 году также эстафета проведения игр впервые была передана Турции. Провести игры планировали в 2020 году, но из-за пандемии их перенесли.